Вакцина «Спутник Ви» поступит в Мирнинский район после 15 января. За первые три месяца в центральной больнице планируется привить от COVID-19 5000 человек. Препараты введут учителям и врачам, работникам сферы обслуживания. Также вакцину получат студенты, работники промпредприятий и жители с серьезными хроническими заболеваниями. Тем временем в Якутске и еще в 8 районах республики вакцинация уже идет. На сегодняшний день в регион поступило 5000 доз вакцин. Еще 22 тысячи доз ожидают на следующей неделе. Уже привито на сегодняшний день 1800 человек, 324 человека получили уже полный курс, то есть закончили вакцинацию. Пока в республике Саха-Якутия нет каких-либо случаев осложнений, каких-то побочных эффектов. Все, в принципе, хорошо вакцину переносят. Бывают небольшие недомогания, которые предусмотрены, в том числе по инструкции к этой вакцине, небольшое, может быть, повышение температуры, ломота в теле, либо болезненное ощущение в месте укола. Прочих же осложнений не зафиксировано. За последние сутки в Якутии зарегистрирован 141 новый случай COVID-19, сообщает республиканский оперштаб. В столице республики 60 заболевших, 19 в Мирнинском районе, еще 6 в Ленском.